Всем привет! Во-первых, да, мы продолжаем снимать серии по годам. Вот в предыдущем сезоне закончили на 1951-м. Мы на этих днях в этом павильоне сразу запишем введение аж 9 серий с 1952 по 1960. Во-вторых, был я в Санкт-Петербурге на ВК-фесте, и речь там шла про историю, которая к счастью с нами, к несчастью с нами, и в том числе много говорили про персоналистские режимы, которые правят нами и с 1952 года, и даже ранее, и до сих пор. И в-третьих, что связывает одно с другим, эти самые персоны персоналистских режимов, вожди, правители, они всегда полагают, будто они вечны. И вообще они ведь лучшие, и поэтому все в их время сделано по их образу и подобию. И Сталин, конечно, в том же 1952 полагал, что впереди у него вечность, а в 1953 его не стало. И вечными-то оказываются люди, которые остаются с сибирскими пожарами и наводнениями, с московскими свалками мусора в Архангельской области, с враньем на выборах, со странными аллергическими отравлениями и прочим-прочим. И понимать это в прошлом, для того, чтобы смотреть на настоящее и видеть будущее, уже, я считаю, дело. Вот такой брейк посреди каникул. Видео из Петербурга прилагается. Мы продолжаем работать. Счастливо! Привет! А я не слышу себя. А, идет, да? Здрасте. Кто еще? Ну, я, в общем, могу собираться. Я понял, уже похлопали, можно ничего не делать. Сейчас, секунду, я сорганизую штаб. Так, а картинка будет здесь. Да, я тогда чуть-чуть повернусь. Все, работаем, да? И стрим у нас есть. Это стрим, да? Да. Да, привет всем, кто в Питере офлайн, всем, кто онлайн, не знаю, в Петербурге, в Петропавловске-Камчатском, в Павлодаре и в Павловом Посаде. Тема заявлена «История как сторис», имеется в виду российское историческое беспамятство. Нормально так слышно или вот как-то таким вот тут макаром лучше? Ага. Но, конечно, можно и про всякое другое поговорить, но начнем все-таки с заявленной темы. Вот это «История как сторис». Петербург, где мы офлайн находимся, единственное место в России, куда съемочная группа из Москвы может приехать и не услышать самого главного вопроса, который задается во всех других частях. Сейчас, секундочку. Во всех других частях страны. Да. Ой, а зачем вы к нам сюда приехали? Имеется в виду, что люди на остальной территории страны полагают, что жизнь их не заслуживает того, чтобы к ним кто-то отправлялся, значит, вот из Москвы. Конкретный пример. Вот, да, это гостиный двор Санкт-Петербург. И если здесь снимать, то никто не спросит, ой, зачем вы к нам сюда приехали. А вот гостиный двор в Кунгуре. И здесь обязательно про это спросят. И ты можешь потом рассказывать, что ну как, вот соляная столица, ворота России, а соль тогда, всеобщий эквивалент, почти как золото. И будут слушать. И даже в лучшем случае могут сказать, ну хорошо, мы посмотрим потом, что вы там наснимали. Но даже и при этом сравнительно позитивном приеме в подтексте читается, что в конце концов уже, значит, оборзели эти москвичи. Деньги им девать некуда и могут из-за нашего гостиного двора переться в Кунгур. А одни билеты сколько стоят? Кунгур не для красного словца был приведен. Это был один из городов, в которых мы снимали проект «Хребет России». 4 серии у нас было, аж 10-летней этой давности было. 60 съемочных дней, 120 каких-то населенных пунктов, в каждом из которых именно это и спрашивали. Ой, а зачем? И далее по тексту. Делали мы этот проект с Алексеем Викторовичем Иваном, замечательным русским писателем современным. Это «Сердце бунта», «Золото Пармы». Нет, «Сердце Пармы», «Золото бунта». Географ «Глобус пропил», вот его я больше люблю, и «Общага на крови» и прочее, прочее. Вот. И, как я понял, Алексей Иванов, который все эти годы нес и нес пламенно идею горнозаводской уральской цивилизации, уральской матрицы и прочее, прочее, в конец отчаялся уговорить своих земляков на интерес к этой самой горнозаводской уральской цивилизации, потому что свое недавнее интервью Юрию Дудю Алексей Иванов давал в Манчестере. И я прямо был поражен,
по-хорошему, поскольку раньше Алексей Викторович как-то за границей чурался и, по-моему, даже несколько побаивался. А тут они рассуждали, ну, Юрий говорил, что Манчестер – это британская Челяба. Вот, а Иванов говорил, что да, в отличие только от настоящей Челябы, она вписана в 21 век очень бережно и с огромным пониманием, знанием и тактом, и любовным отношением к этому наследию Марксова, в смысле Карла Марксова капитализма 19 века, вот к этим красно-кирпичным корпусам, вот они аккуратно вписаны в нынешний постиндустриальный период, а даже если есть там какие-то вот эти куски какого-то хай-тека, то и они парадоксально или гармонично, в общем, найден способ жизни этого всего в нынешних условиях, не отвергая и того старого, и принимая нынешнее новое, чего в России встретить как-то не доводится. Тут вот что надо сказать. История – это ведь не оценка за экзамен там, в средней школе или в университете. Это не ваша начитанность, не то, что вы можете блеснуть, не то, что вы там какого-то приезжего в свой город можете провести и показать достопримечательности. Это шире, это представление о цивилизации, о наследии, о том бэкграунде, о том багаже, накопленном предыдущими поколениями, которые вы ощущаете как свой, с которым вы несете, и который делает вашу жизнь богаче, интереснее, насыщеннее, открытие, и вас самого в этом смысле богаче, интереснее, лучше. Ну и просто отведенный срок вы проведете, ну, в гораздо более цивилизованных условиях собственного умонастроения и умосознания. Вот. Конечно, можно там как-то вспоминать Пушкина, это знаменитое «Мы ленивы и нелюбопытны», что, собственно говоря, и вспоминается всякий раз, но это был 19 век, и тут надо сказать, что 20 век в этом смысле ситуацию только усугублял, потому что в течение одного столетия мы пожили в трех разных странах. Царская Россия, которая в значительной степени, особенно поначалу, почти полностью отвергала Советская Россия, СССР, и послесоветская Россия, нынешняя, которая в значительной степени отрицала Советский Союз, но и не могла наследовать Российской империи. Слишком велик был разрыв. Это вот как в детской игре, все очки сгорели, вернитесь в начало игры. Такое обнуление результатов в большей или меньшей степени на каждом из этих этапов, ну, скажем, 17-18 и, скажем, там, 91-92. Исторически вроде бы 75 лет это не очень такой уж огромный фатальный разрыв между царской Россией, то есть первым русским капитализмом, и нынешней постсоветской Россией, вторым русским капитализмом. Но для человеческой жизни этот разрыв неодолимый, потому что те, кому в 92-м было 20, они не могли получить никакой жизненной эстафеты от тех, кому в 17-м году было хотя бы 20. Это были там почти ровесники века, 90 с лишним лет, какие-то старцы, долгожители, которые к тому же так были искалечены последующими годами, или были в эмиграции и в этой стране не жили, и преемственность эту тоже передать не могли. При этом отрицание этих эпох так велико, что нам всегда кажется, что, скажем, царская Россия и поздняя СССР – это уже совсем из разных цивилизаций. Но вот такой простой арифметический пример. Великий князь Алексей Николаевич, да, вот, и Российская империя, да, предстает такой позапрошлой родиной, да, то есть еще прошлую можно понять, и мы вышли из Советского Союза, или родители наши, и дедушки, и бабушки, но кто там у нас из пра-пра-пра вышел из дореволюционной России, это нам уже оценить затруднительно, хотя вот, пожалуйста, простой арифметический пример, что на самом-то деле все было не так уж далеко. Итак, Алексей Николаевич из династии Романовых, великий князь, 1904 года рождения, оказывается, я тут заслоняю венценосных особ. Тогда я уйду со стрима, простите. Да, 1904 года рождения, и полный его тезка Алексей Николаевич Косыгин, тоже 1904 года рождения, который в 64 году стал председателем Совета министров СССР, главой правительства. Этот пост он наследовал от Хрущева. Там первым секретарем стал Брежнев, а Косыгин премьером. Вот, собственно говоря, царский сын вполне бы мог быть 60-летним. Это как раз очень подходящий возраст для того, чтобы возглавлять правительство в нашей, в принципе, довольно геронтократической стране. Но не случилось.
А случились вождистские персоналистские режимы, которые, в которых прожит, в общем, весь 20 век, и которые еще и даже внутри этой матрицы, более-менее сохраняющиеся, они еще каждый раз отрицали друг друга. Ну, очень просто. Хрущева отрицал, Сталина отрицал Хрущев как культ личности, Хрущева отрицал Брежнев как волюнтаризм, Брежнева отрицал Горбачев как застой, Горбачева отрицал Ельцин как горе реформатора, перестройка вместо того, чтобы прямо быть капитализмом. Ну и, наконец, Путин, чего бы он ни говорил, отрицает Ельцина как проклятые 90-е. Это тоже, конечно, усугубляет и без того чрезмерный разрыв. И к тому же, поскольку это персоналистские вождистские режимы, то все это не является строем, это каждый раз режим. Не накапливаются никакие институты, нет в этом смысле никакой преемственности. И всякий правитель начинает в значительной степени, отрицая правление предыдущего, строить заново. И в этом смысле сталинский СССР не похож на хрущевский, хрущевский не похож на брежневский, а ельцинская Россия не похожа на путинскую. И, собственно говоря, от того, что до такой степени все привязано к персоне, что по прошествии времени, когда люди уже вне этого правления находятся, они просто не могут понять, почему это было так. И им бессмысленно объяснить, потому что так много алогичного, которое продиктовано только личностью правителя, что система координат напрочь утрачена. Человек, который в этом не жил, он не может это понять, он не может это представить. И единственное объяснение, это замечательное такое, но время тогда было такое. Вот это старшее поколение, которое, ну а как вот это вот у вас вот было? Время тогда было такое. И ничего другое объяснить невозможно, потому что придется рассказать все от А до Я из разных примет этого времени для того, чтобы сложилось хоть какое-то представление. Уж слишком все отличается предыдущее от последующего. Я несколько раз задумываясь о том, какие могут быть вот такие оселки, позволяющие людям тогда не жившим объяснить, что вот это время тогда было такое, решил, что в общем масс-культура на самом деле при всей какой-то такой смешной, наивной, глупой и, в общем, низкопробной относительно высокого искусства, а тем более культуры, жанре, она очень простодушна и как-то так беззастенчиво, вот как-то так прямо, да, вот простодушно и прямодушно представляет стиль, дух эпохи. Ну вот, внимание, приведу цитату из песни 1940 года сочинения, а потом она будет воспроизведена. Просто воспроизведенную, я боюсь, что вы не оцените этот текст во всей полноте. Итак, вот, внимание, что называется, верьте своим ушам. «Я люблю твой ясный взгляд, простую речь, я люблю большую дружбу наших встреч». Воспроизведите. «Я люблю твой ясный взгляд, простую речь, я люблю большую дружбу наших встреч». Итак, сегодняшнего времени невозможно понять, большая дружба наших встреч, вот это понятие, является ли эвфемизмом понятия секс? Или это действительно только большая дружба, то есть отношения без отношений? То, что раньше называлось, это не симпатия, а одно рукопожатие. Это тайна унесена. Мы никогда не сможем разгадать. Мы можем только понять, что вот такое тогда было жеманство, вот такое вот было стремление сказать красиво, выразить свои чувства. Вот такие представления о прекрасном. Еще пример. У меня по этому поводу, я люблю всякие такие ненаучные исторические законы. Ну, например, вот формула, которую сам вывел, могу только повторять. Чем строже режим, тем слаще тенора. Видимо, там действовала какая-то компенсаторика, что при казарменном режиме особенно хочется вот такого вокала ласкового. Это и в Италии предвоенной, и в Германии, и 20-х, и 30-х, то есть и в Веймарской республике, и при Гитлере. А в сталинском СССР это заняло несколько десятилетий, когда почти все женское население страны делилось на две партии в этой однопартийной системе. Это были лемешистки, то есть поклонницы Лемешева,
Сергея Яковлевича Лемешева, одного лирического тенора, либо «Козловитянки», то есть поклонница Ивана Семеновича Козловского, другого лирического тенора. Мало того, что они оба были ленскими и прочее-прочее, они еще, особенно Лемешев, много пели на советской эстраде, и это были такие очень сладкие патриотические рулады. Вот представьте, сладкий... Этот способ звукоизвлечения лирического тенора утрачен напрочь. Вот, ну, это, вот представьте, в 150 раз слаще и напевнее, и душистее, чем наличь времен гитар. Вот что-то вот такое. Но это можно вывести только лабораторным путем. Итак, светит солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля, Россия вольная, страна прекрасная, советский край, моя земля. Послушаем воспроизведение. Светит солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля. Россия вольная, страна прекрасная, советский край, моя земля. Представьте, какие вокальные данные тратились на какие опусы. Там запев еще круче. «Нашей силе молодецкой нету края и конца, богатырь, герой, народ советский, славит Сталина отца!» И далее «светит солнышко». Это я не для того, чтобы петь, а для того, чтобы показать, что сегодня просто противоестественно даже выдавить из себя хотя бы тип этого звука. Это опять-таки все эти объяснения, а вот как про Сталина вот такую славу, о Сталине, от края до края по снежным вершинам, где горный орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ. Это что, всерьез пели, дедушка, можно спросить, он ответит вам только одно. Время, внучек, было такое. И это теперь, конечно, выглядит комично, и в принципе всякий раз... задержавшееся правление, когда правитель совершенно утратил уже связь с действительностью и не очень представляет, что он транслирует вовне, оно, конечно, приводит к тому, что потом это выглядит анекдотическим, но мы потом сами будем рассказывать, что время тогда будет такое. Попомните, это совсем скоро произойдет. Ну вот, к примеру, ну, чтоб нет. Так, тихо, это не выбор в Мосгордуму, пожалуйста, не путайте мероприятия. В 1966 году великий вождь и учитель, кормчий народного Китая Мао Цзэдун в 73-летнем возрасте переплыл Янцзы. Это очень бурная река, переплыл ее в Ухане, там 1,5 километра ширина. Если взять сообщение Синьхуа, за сколько великий председатель Мао переплыл Янцзы, она очень бурливая, она мутная, она абсолютно не для купания в принципе, там страшное течение, там пароходы едва способны себе прокладывать путь. Ну, в общем, если основываться на сообщении агентства Синьхуа, то председатель Мао в 73 года по бурной реке плыл со скоростью 14 километров в час. Это сейчас смешно. А тогда время было такое. Понимаете? И вот вашим внукам вы будете рассказывать, они вас будут спрашивать, как это Путин в одном матче забивал 10 шайб. И вы должны будете объяснить, как может быть результативность 3,5 раза больше, чем у Овечкина? И они никогда не смогут вас понять, ну окей, ну играл, ну все там Третьяки и Фетисовы там поддавались и все сами запихивали, что-то. Ну хорошо, здесь, ну зачем во времена информационных технологий об этом сообщать-то? И вы ничего не найдете, никакого другого элемента, кроме одного. Время, внучек, было тогда такое. Из чуть более серьезных и таких действительно претендующих на научную аналитичность примеров, которые позволяют при желании, при нашем вашем неравнодушии прочитать какой-то месседж, который нам сообщают предыдущие эпохи. Пожалуйста, нет, это все, это вот это, да, вот это. Это, значит, Спасская башня, понятно, которую в 16 веке построили итальянцы.
как там, потому что вся страна начинается с Кремля, называется. В послевоенном СССР, когда пошел упор на такую русскость, началось это с празднования 800-летия Москвы в 1947-м, и Сталин тогда решил подарить Москве 8 высоток, построили 7, но никто не знает, что 8 не хватает, на ее месте потом поставили гостиницу России, теперь там парк Зарядье, не имеет значения. В общем, тогда был придуман вот этот вот стиль, который весь такой национальный, то есть это с одной стороны небоскребы, вроде бы наши, с другой стороны соборы на национальную традицию. И вот эти вот уступчатые квадратные башни, вот все это все, понятно, что это наследует родной Спасской башне, которая, в принципе, не шибко родная по происхождению, ну, место намоленное, так что итальянское будем считать своим. И вот это и есть сталинская империя. То есть так себя империя ощущала. Она ведь заимствовала даже Отечественную войну Александра I. Это вот второе пришествие русского ампира. Вот таким вот образом. И кроме этих итальянских образцов и, несомненно, чикагских небоскребов, отчасти это еще и на таком русском классицизме. Давайте посмотрим на недалеко находящееся здание, да, это Адмиралтейство, которое, вот понятно, такое членение, вот, трехзвенное, вот такая колоннада и прочее. И вот это ощущение Советского Союза в начале 50-х годов себя как империи, которая наследует, не знаю почему, Андре Палладио из 16 века из Италии и русскому классицизму екатерининских времен 18 века, вот и гамазили всякие подобного рода сооружения. И в том числе в Питере есть изумительное вот это здание на Московском проспекте, угол бассейной, которое является, в общем, квазиадмиралтейством. Оно вот так вот, такими же членениями, такими же колоннадами. То есть понятно, что это такое травестирование, что это, ну, в общем, фарс на тему адмиралтейства. Но тем не менее оно любопытствующему взору, а давайте поменяем Адмиралтейство и потом вернемся сюда. Но в принципе любопытствующему взору оно дает представление о том, как Советский Союз 50-х годов представлял себя Российской империей 18 века. Ничего, что называется, никаких угрызений совести. Проспект этот называется Московским, и теперь кажется, что это очень подходяще, потому что она явно косит как бы и подмосковские высотки, на сегодняшний взгляд. Но раньше он назывался Сталинск, ну, проспектом Сталина, так что тогда название тоже было подходящим. Это все всякие роскозни про то, какое у нас это историческое восприятие, или вернее невосприятие. Я еще до того, как мы перейдем к вопросам, хотел показать какие-то приемы, в которых мы, скромные работники нонфикшена, аудиовизуального обслуживания населения на дому, пытаемся этот контакт установить тактильный с историей, пытаемся вам передать вот это свое ощущение, вот этот вот трепет, что вот оно, вот, чую, сейчас скажу как. Значит, в последовательности такой у нас это будет. Значит, первое. Первый, в общем, самый большой проект – это «Намедни. Наша эра», которым я занимаюсь больше 20 лет. Это 43 серии, которые были в эфире, 8 томов, которые выпущены в книжном формате, и уже в этом году 6 серий выпущено, и еще будет 9 в YouTube. Это формат, который вот, значит, придуман был в 97 году. События, люди, явления, какие-то реперные точки, какая-то кристаллическая решетка, где бы было бы перемешано все, и политика, и войны, и моды, и шлягеры, и смешное, и наивное, и глупое, и ужасное, и зверское, и героическое, и все на свете. Вот где-нибудь там 60-е годы, это Гагарин полетел, и шуршат плащи Болонья, и носят так свернутый в трубочку журнал «Юность», и молодой Кобзон поет «А у нас во дворе есть девчонка одна», и берлинский кризис, расстрел на Черкасске, карибский кризис, ну, не знаю, сука, стрелка родила. Большое было событие, на самом деле, которое показывало, что космос не вреден для здоровья. Ну и прочее. И вот это попытка показать разную мозаику, вот такой коллаж, который бы позволил как бы войти внутрь эпохи. И вот верстка, если книжки, то, пожалуйста, да. И вот верстка, такая постсоветские журналы со всеми этими иллюстрациями и с этой, скажем так, режиссурой заголовков, иллюстраций тем, когда может случиться такое очень приятное чувство, передаваемое словечком «припоминание».
а вот про это я что-то слышал, а вот здесь заинтересовала фотография, а вот такая фарфоровая статуэтка точно стояла у бабушки на комоде, а вот это не знаю совсем, а это немножко знаю, но от того еще интереснее и прочее, прочее. Далее, еще из 440 сравнительно честных способов установления исторического контакта хотел показать, да, документальный фильм с игровыми эпизодами, так называемая докудрама, когда идет документальное повествование, а потом какой-то эпизод, который нужно прожить вживую, потому что нельзя просто декларировать. Вот, мол, 8 октября 1908 года Матисс привел Сергея Щукина к Пикассо в Батоло-Вуар, и с этого началась вообще вся цена на современное искусство, и вообще собирание современного искусства, и вообще все пошло прахом. И, в общем, все и на большие русские деньги первого капитализма. В результате имеем мы гордость Эрмитажа и Пушкинского музея. Ну, вот так скажешь, это ничего, это полюбить нельзя. Поэтому это нужно прожить как бы в реальном времени, вот то, что называется, вдруг как в сказке скрипнула дверь. Значит, сейчас маленькие эпизодики из первой части фильма «Глаз Божий». Это вот тот самый приход Щукина и в роли Пикассо до Первой мировой войны Петр Налич, а потом из второй части, это когда Пикассо как член Компартии Франции и автор «Голубки мира», с него началась тут реабилитация авангарда в этом тогдашнем СССР. Здесь Пикассо после Второй мировой войны, в его роли Владимир Познер, озвучка, чтобы уж точно канала под байопик-блокбастер Сергея Гаврилова, чтобы таким вот правильным голосом было все передано. Пожалуйста. Сюда. В эту обитель Матисс в октябре 1908 года приводит Щукина. Добрый день, Фернандо. Добрый день, Пабло. Я рад, что могу вас познакомить. Месье Щукин. Пабло. Серж. Вот ведь какая неподатливая птица. Жадная, дрочливая, упрямая. А вид ангельский. Мне казалось, там еще что-то будет, оказывается, только курил. Так, это я просто уже в перечислении, а потом переходим к вопросам. Да, теперь, сам не знаю, как должно называться, просто используем, а для этого выступления пришлось как-то назвать, что мы, собственно, делали. Так, дополненная реальность, далее. На примере, ну, то есть, когда, хорошо, вот это на самом деле было, но, разумеется, хроника не запечатлела. Поэтому сначала сам пойду Батоло-Вуар, объясню, бла-бла-бла-бла-бла-бла, потом с капской скрипнула дверь, потом я выхожу, куда Фернанда побежала за водой, она там побежит за водой, потому что он увидит женщину с веером Пикассо и захочется ему аж пить. И там тогда я выскакиваю, иду там к колодцу и объясняю, какой там есть колодец у Батоло-Вуар, и тогда был, и сейчас остался. Дополненная реальность — это когда уж совсем ничего нету, и надо все-таки что-то передать, потому что, ну вот скажем, фильм «Зворыкин-Муромец», который посвящен русскому инженеру в американской миграции, который изобрел всю систему телевещания, то есть и передающую трубку, и коноскоп, и принимающую трубку, кинескоп. Это требовало все-таки объяснения, а что он сотворил. Ну и как вот электронику передавать? Только дополненной реальностью, и снимать, в общем, в ней нечего, кроме как самого себя. Вот результат.
Там электронная пушка. Ее сфокусированный луч сканирует заряд, будто расстреливает. Но расстреливает не как пушка, а как пулемет, двигаясь строка за строкой. И каждая капелька отдает свой заряд. Вот. Пока по лицу, сигналы сильнее, светлые, потому что рубашка почти белая, самый сильный сигнал. Костюм темный, сигнал слабее. Ботинки черные, сигнал будет самым слабым. Но это очень медленный расстрел. На самом деле иконоскоп передавал 20 картинок в секунду, каждую из которых луч успевал оббежать 343 раза. Столько строк в развертке Зворыкинского иконоскопа образца 1933 года. И еще случай, когда, в общем, кроме как себя снимать, не потому что так себя любишь, любимого, не, любишь, конечно, но не до такой же степени. А вот, скорее тут кладешь на алтарь дело. Такой же случай, в общем, это фотографии Прокудина-Горского, у нас был фильм «Цвет нации», и 1300 фотографий, то есть это цветные негативы, которые хранятся, ну, как бы цветные, там, ну, в общем, сложная система, неважно. В общем, это 1302 в оригинале сохранившихся цветных снимка Российской империи, и таким образом Российская империя единственная страна, снятая до Первой мировой войны, то есть фактически в 19 веке. Более-менее системно, поскольку он предпринял несколько экспедиций для того, чтобы эту съемку произвести. 7 секунд может стоять неподвижная фотография на экране, и дальше вы зададитесь вопросом, не технический ли брак это. Поэтому нужно было что-то делать с этим, как-то жить. И, в принципе, то, что представляется особо ценным наследием этих фотографий Прокудина-Горского, это то, что они сняты как будто в прошлом году зеркалкой. И, значит, можно приезжать на эти же точки, ну, их найти, идентифицировать и постараться встать ровно там, ровно с тем же ракурсом и увидеть, а что за это время изменилось. Потому что в самой картинке нет ничего ретрушного, в ней нет вот... ну, не знаю, сепи какой-то или что-то. В общем, вот этой патины времени, которая бы, в принципе, делала это изображение другим, и тогда сопоставление с сегодняшним было бы некорректным, потому что, ну, оно другое, так оно и все другое. Ну, вот, пожалуйста, фрагмент такой вот сопоставительной съемки, как мы это называем. Особо потрудился Прокудин-Горский в Вытегре над коллективным портретом местной пожарной команды. Вытегре, Вытегра, райцентр такой. Первый слева уездный жандарм, главный здешний силовик. Сразу за ним такой пузатый господин в котелке с бляхой на груди. Это тогдашний городской голова Вытегры Владимир Вениаминович Шаров. Дальше раз, два, три, шестой. Шестой в двубортном мундире, в форменной фуражке. Это инженер-путеец из немцев Евгений Оскарович Шульц, по совместительству начальник пожарной охраны. В строю и профессиональные огнеборцы, и, так сказать, привлеченный личный состав из местного населения. Целых раз, два, три, шесть. Шесть единиц техники, включая вот локомобиль для насосов. Все, разумеется, на лошадиных силах. Видневшаяся вверху деревянная каланча, конечно, не уцелела, но само здание стоит. Из него Вытегорская пожарная команда МЧС съехала только в прошлом году. И еще совсем, сейчас перейдем к вопросам. Мне они гораздо интереснее самому, но как уж теперь забито по программе, теперь я уже не могу не дочитать. Еще случай, это, конечно, как оживлять исторических лиц, и кроме докудрамы, с ней мы дошли до ручки уже в этом проекте «Глаз Божий», где было 28 ролей, дальше уже нужно было снимать игровой впрямую кино, и, по счастью, ребята, коллеги, Сергей Нурмамед, прежде всего, режиссер-постановщик всех наших последних проектов, придумали замечательный способ, который мы называем морфосинхроны. Это когда оживают портреты. Довольно канительная история.
живой актер, на него как бы компьютерно натягивается изображение фотографическое или живописное, и он отдает свою мимику, жестикуляцию, глазки моргают и все такое этому самому портрету. Маленький фрагментик из первого фильма проекта «Русские евреи». Мы признали за благо распространить право гражданства евреям и повелеваем Сенату нашему сделать о сём, кому следует, надлежащие предписания. Ну и вот это как бы не освобождает от необходимости говорить, Екатерина II сама это писала, там, ну и прочее, прочее. Вот она заговорила, вот она, в общем, вполне себе правдоподобна. Это все к вопросу о том, как бы аудиовизуальное обслуживание населения на дому сделать повеселее. Раз мы ВКонтакте, то вот сюрприз, который в этом году, да, ВКонтакте появился, это группа «Что делает Леонид Парфенов?», прости господи, боже мой. И я с изумлением увидел, ну, то есть, в конце концов, количество перешло в качество, и люди, в общем, по-доброму, вполне, по-моему, подтрунивая, стали оценивать эти усилия по занимательности исторической информации. Если интересно, это на крыше дома отца Шагала, это, разумеется, я смотрю, как нужно летать над Витебском правильным образом. Это «Мочить в кефире» называлось. Вот. Это «Скрипка Ойстраха» у школы. Это «Пугачевские войны» у школы музыкальной Столярского. И это Сормова в таком состоянии находится. Это я по мотивам дела Артамонов объяснял первый русский капитализм. Как вот, ну там, если, ну, мало кто сейчас читает Максима Горького, но все-таки там в деле Артамонов привезли какой-то страшно дорогущий котел из-за границы. И старший Артамонов, когда он полетел было под откос, он один сумел удержать, надорвался, кровью пошел, но вот сохранил артамоновское дело. И далее они вот жили благодаря этому честнособственническому инстинкту, который был готов помереть, но все-таки там какой-то английский, по-моему, котел сохранить. Да, ну и последнее из всего того, чего пытаешься делать для того, чтобы вот чуть-чуть как-то вот преодолеть исторический разрыв, тоже из фильма «Глаз Божий». Сейчас выставка Морозова в Эрмитаже, а в Пушкинском выставка Сергея Щукина. Это, в общем, все оттуда. Это вот эти, как это, московские фабриканты империалистического периода капитализма, которые завезли чуждую пролетарскому искусству буржуазную антинародную изобразительную искусству. Пожалуйста. Кубизма больше всего. Это называют кошмаром. Саморазложением искусства. Толченым стеклом. Длинные острые линии, изломы, сплошные углы. У людей будто одни локти торчат. Тесная изба, наполненная пауками. Вот что говорят русские люди про зал Пикассо в доме Сергея Ивановича Щукина. Да, вопросы. Сейчас я смотрю, они мне технические. Да. Ой, почему ты все время спрашиваешь, как зародилось чувство любви к одной истории? Не знаю, мне кажется, это естественным чувством, оно с ним как-то рождается. Ну, ты этим живешь, это твоя жизнь, твой край, я не знаю, твоя судьба. Да. Общность, не знаю, с этой землей, с этим прошлым. Ну, в Петербурге в том числе, ну, в тогдашнем Ленинграде, прости господи, боже мой. Ленгосуниверситет имени Жданова, он менее всего, конечно, способствовал исторической памяти. Секретарем комитета комсомола был Александр Бастрыкин, секретарем обкома комсомола по идеологии была Валентина Матвиенко, редактором газеты «Смена» был Геннадий Селезнев. Как вы относитесь к группе «Гражданская оборона» и «Дружба Башлачевым лету»? Ну, как я отношусь? Вот два покойных великих рэпера дружили. Что я тут могу сказать? Я с Летовым знаком не был, а с Башлачевым и сам дружил. Знаю, что они... Ну и это всякий, кто слышал, слышит эти созвучия между ними. Что, на ваш взгляд, мешает нам стать открыто свободной, забывшей о прелестях... Понимаете, свободными нельзя стать, ими становятся. Это сами должны сделать.
Понимаете, глядя на петербургские губернаторские выборы, что-то мешает поверить в то, что это случится скоро. А что вы думаете о циклизме? Я не верю в циклизм истории. Не, ничего буквально не повторяется. То есть можно, конечно, говорить, что вот, что это тех же щей да пажи живлей, и как там это было у Салтыкова-Щедрина. Нам знаком этот снег на голову. Вот, но нет, буквально ничего не повторяется. Нравится ли вам песня «Череповец» группы «Кровосток»? Я его там не узнаю. Я понимаю, что «Череповец» неизвестно, с чем вообще рифмовать. И как-то у Филатова было, у Леонида Филатова, вот сказ про стрельца удалого малольца, там чего-то, а тебе, подлеце, слава аж в Череповце. Вот, ну, окей, такие бывают коннотации. У Жванецкого тоже было, как попугай, который там летел и кричал, и пролетая над Череповцом, посылаю всех к ядрёне матери. Ну, такой у меня райцентр, ну, что, ну, Кровосток. Какая аллегория приходит на ум о современном... Вы знаете, вот так вот, я не такой вот серебряная копытца, вот так вот стукнул и выдал какой-то остроум. Надо посидеть за столом, это все-таки работа. Я не так силен в придумывании определений современной России у прохожих на виду. Леонид, чего, по-вашему, не хватает Вологодской области? Много чего не хватает Вологодской области. Я попытаюсь это ответить. Это вопрос моей жизни. Вот я уехал оттуда 26 лет от роду, но все равно для меня Россия — это Вологодская область. Много чего не хватает, как и в целом России. И вообще, представляя Россию, я представляю Вологодскую область. Нельзя же вот представить там, касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города. Вот. И я попытаюсь ответить на этот вопрос, объяснив судьбу двух миллиардеров, которые уехали из Вологды. Став миллиардерами в Вологде, ныне они проживают, ведут свой бизнес из Дублина. Хотя состоялся он там. Я надеюсь, что это в сентябре выложить в Парфеноне. Сравнима ли атмосфера фестиваля с игристым вином? Если да, то каким? Ну, я не такой большой сомелье, не знаю. Ну, игристое вино, вы уже сказали, там совсем... Не так широка палитра. Ну, чего там, просека или... Ну, окей, просека. Не знаю. Это вы сами решайте. Так. Кого бы вы назвали ближайшими коллегами, кто в российской журналистике занимается схожей деятельностью? Я как-то так не задумываюсь, что вот слева и справа от меня есть какие-то грядки, где аналогичные овощи произрастают. Но у меня сохранились человеческие и профессиональные... взаимоотношения, очевидно, на всю жизнь с Алексеем Пивоваровым и с Андреем Лошаком, с которыми я работал дольше всего, и которых обычно припоминают, когда меня спрашивают про коллег. Ну а так чего-то сказать специально, чтобы я отслеживал контекст и какую-то там температуру по палате. Как вам кажется, как много в человеке определяется временем, эпохой, в которой он живет, а сколько в нем вечного человеческого неизменного? Смогли бы мы сейчас понять людей эпохи начала 900-х или 17 века, или средних веков? Не смогли бы. И, кстати сказать, в «Цвете нации» я пытался это объяснить, в том числе на этом эмигрантском плаще. Я там воду оставил, вы не подумайте, недалеко ухожу. На Сен-Женьев-де-Буа, когда читаешь... Ну, вот все мы знаем, кто такой, не знаю, там действительный статский советник. Можно прогуглить, кто там... Святой Анны первой степени ордена кавалер, или там, ну, не знаю, и прочее, приват-доцент, ну, и так далее. Но когда безутешные вдовы это писали на памятнике, они, видимо, разумели, ну, естественное понимание, вот такой строчкой подведен итог жизни. А был этот человек камергером двора его императорского величества, действительным статским советником. Но мы это можем читать, как расшифровывают письмена майи там. То есть все понятно, да, но ничего не понятно. Понятно все по буквальным словам, но непонятно по вложенному смыслу. И мое объяснение этому то, что египтяне же совпадают по названию с египтянами, но не значит, что нынешние египтяне, они наследники Хеопса. И нынешние греки, они не наследники Перикла. И в этом смысле мы вот этим всем... Там даже имена отчества, какая-нибудь там Прасковья Илларионовна. Ну, у вас есть знакомые с именем Прасковья Илларионовна? Нету таких. Какой-нибудь Поликарп Логвинович. Мы не знаем, как через 2 Г произнести это отчество-то. Вот. И мы в этом смысле не от них, конечно, от советской России. Мы называемся
ровно так же, как называлась страна раньше, но разрыв, и нет у нас прямой связи с ними, нет у нас буквальной последовательности этой исторической эстафеты. Так, далее. Раз уж мы в Питере, где итальянцы построили почти все, как это на нас отражается? Но это были русские итальянцы, они приезжали здесь делать карьеру, и Трезини, и Растрелли, и уж в особенности Росси, которого даже называли Карло Иванович, потому что уж до такой степени лично он был приязненен. Как вы пришли к своему стилю повествования? Сколько раз и как текст проходит редактуру? Нет, я сам себе редактор, меня никто не редактирует, и я уже давно работаю без начальства, так что, в общем, никакой редактуры. А вот это нам что идет? Вот это... Нет, наверное, у нас кончилось просто время, и здесь должна быть другая трансляция. Ну, сейчас мы быстро закругляемся. Вы считаете, у библиотек есть будущее? В какую библиотеку вы бы стали ходить? Ну, если я хожу, то я хожу смотреть оригиналы, потому что иногда важным является вот видеть и в архивах, вот подержать в руках. Ну, вот если приводил пример «Глаз Божий», то посмотреть расписку Ивана Морозова покупки у конвейлера девочки на шаре, ну, такого маршана, да, это важно. Это, в общем, священный трепет испытываешь. Разумеется, в белых перчатках, все, вот. У него все бумажечки сохранились до единой. Это, конечно, ценно, потому что до тех пор, пока не видишь оригинала, тебе есть к чему стремиться, да, и только увидев прямой этот месседж исторический, ты чувствуешь, что да, ты дошел. Дальше некуда, дальше время тебе не позволяет быть с Иваном Абрамовичем знакомым лично. Так, еще что? Журналистика 86-м и журналистика 2019-м, есть ли существенные отличия? Я не думаю, что у журналистики есть существенные отличия. Есть существенные отличия в том, нужна она или не нужна обществу. Вообще, журналистикой делает не то, что какое-то количество людей заканчивают журфаки, и потом они что-то пишут, говорят или показывают, а зависит это от того, читают это, смотрят или слушают. Вот. А тогда это не медиа, а все-таки масс-медиа. Я попытаюсь, конечно, перекричать. Пусть скажут господа устроители, надо закругляться, потому что вопросы еще какие-то сыплются, а трансляция там идет. Так, средние века, так это здесь повторяется, да. Как будто бы все. Я собирался подарить 2 тома за лучший вопрос. Теперь я мучительно думаю, что может быть. А, вот. Массовая культура, стремящаяся к знакомству с историей для широкого круга людей, убивает эту самую историю и дает ей новую жизнь. Да не, ничего не убивает историю. Оригинал же всегда остается. Знаете, это когда кричат, что как вы посмели раскрасить, не знаю, там 17 мгновений весны. Но они же не оригинал раскрасили, черно-белый-то смотрите. Вы всегда вольны пойти к первоисточнику, дойти до той истории, которая какой бы до этого популяризатор не пытался испортить ваше сознание своим маскультом. Если представить на медне в виде волшебного блюдца с яблоком, что можно разглядеть? Нет. Ближайшее будущее? Нет. Журналистика не занимается будущим. Нет, это не то. Так. Как бы вы назвали, характеризовали нынешнюю эпоху, если бы учебники в истории писали о ней? Персоналистский режим, это не строй, безусловно. Ничего от него не останется, как только не будет персоны. Это абсолютно, он по себе не оставит ничего. Уж Сталин, казалось, так все держал, а его наследник по прямой Маленков, вот в марте Сталин умер, а в сентябре Маленков уже все упустил. Они 9 марта Сталина хоронили, а 20 марта принимали решение назад сделать гум-магазином. Сугубо им было дело. Они так боролись с сакральностью власти, которая им досталась, самим уже было настолько по-человечески непереносимо находиться в этом состоянии, что они открыли Кремль, пустили народ, и первая елка в Кремле – это Новый год с 53 на 54. Все прахом пошло, хотя казалось, что Маленков, ну, прям вот верный ученик и продолжатель, да и не был он никак. Как поживает Боня? Вы знаете, я не был в Москве 40... Это мой пес. Вот, я не был в Москве долго, я вчера поздно вечером прилетел, ночью даже, а утром вылетел сюда, я еще с Бонни не виделся. Как вы относитесь к книгам Бориса Акунина и Михаила Зыгоря? Акунинские мне представляются более интересными. Зыгоря, мне кажется, вот империя должна умереть уж слишком толстой. Мне кажется, что вот в офлайне люди таких толстых томов
сейчас не читают. Как-то это надо по-другому. Чем намедни нулевых отличается от намедни десятых? Да нет, ничем, это один и тот же метод. События, люди, явления, определившие образ жизни. Метод универсальный. Выяснилось, что 25 плюс-минус 5 феноменов в каждом году более-менее есть. Те, которые позволяют еще что-то рассказать, чтобы это было недокучно, чтобы это было зачем-то нужно и сегодня, чтобы это ощущалось каким-то уроком. А, скажите что-нибудь с вологодским говором. Спасибо за книги, том 80-х, потрясающий. Да, давайте мы тогда за это точно дадим книжку, потому что там, по-моему, есть 80-е. Есть 80-е? Да, есть 80-е, да. Значит, так, сейчас я еще выберу один какой-то. Ну, давайте, может, про библиотеки. Да, давайте поддержим библиотеки. Давайте еще мы библиотеки. Вот кто задал вопрос про библиотеки, в которые стоит ходить. Вот, еще раз могу повторить, что лучше ходить к оригиналу, и тогда это интересно, да. И в этом смысле, конечно, публичка, которая на Невском, она не отомрет, потому что важно тебе, если это тебе важно, то тебе важно когда-то, наконец, пусть в белых перчатках, подержать в руках прижизненного Онегина 1826 года. Вот, и прочее, прочее. А вот та публичка, что на Московском проспекте, ну, она, конечно, может без больших потерь уйти вся в электронный вариант, ничего страшного. Но сохранить в офлайне это все, как архив, как вот подшивки, ну, сколько живет бумага. Конечно, советские газеты так уж долго не проживут, но на наш век хватит. В общем, вот за библиотеку и за призыв к вологодскому акценту и 80-х годов. Сейчас. Что-то подумал, что это такое духоподъемное, наконец. А, да, конечно, да. Стукну по карману, не звенит. Стукну по-другому, не слыхать. Буду я когда-то знаменит. И поеду в Ялту отдыхать. Спасибо большое.